В театре имени Островского состоялась премьера спектакля. Автор пьесы Дмитрий Данилов, а постановщиком выступил приглашенный челябинский режиссер Семен Филиппов. Для театра современная драматургия – это очень необычно. О том, почему это так, как принял этот спектакль зритель и почему после его окончания вы эмоционально останетесь в нем. В следующем сюжете. Для Русского драматического театра имени Островского это работа-эксперимент. Для его осуществления специально был приглашен режиссер из Челябинска по признанию Семена Филиппова. Предложенная пьеса абсурдна. В ней много вопросов, с которыми уйдут зрители, однако искать ответы на них им придется самостоятельно. Оксана Михайловна Малуш предложила мне поставить спектакль, который мне самому понравится, который мне самому был бы интересен. Я выбрал пьесу Дмитрия Данилова. Сложилась такая, можно сказать, интернациональная команда. И, конечно, труппа не привыкла к современной драматургии. Для них это был вызов. Поэтому я благодарен Уральскому театру за то, что они оказали такой кредит доверия и попробовали вместе со мной что-то новое для театра, который считается, так скажем, хранителем традиций. В спектакле под названием «Сережа очень тупой» задействовано только 5 актеров. Это тот самый Сережа и курьеры, которые привозят для него заказы. Парадокс в том, что вместо того, чтобы в течение часа вручить заказ и уйти, курьеры задерживаются в доме клиента на час. Кстати, репетиции шли чуть больше месяца. В спектакле задействованы и 2 российских актера, так что для местных спектакль был во всех отношениях в новизну. Они приехали к нам с России, то есть, ну, влились в наш коллектив, и их работу вы тоже можете наблюдать сегодня во время просмотра спектакля. Это Здоров Влад и Кочубей Иван. То есть это новые лица для нашего театра. Это второй режиссер, с которым я работаю, приезжий из России. Это большой колоссальный опыт, который нам предоставила администрация театра. Работа очень интересная, всем советую посмотреть. В общем, в ситуацию каждого героя вряд ли захочет попасть хоть кто-то из зрителей. Совершенно незнакомые люди нарушают привычный ритм жизни клиента, отвлекают его от дел и, как это ни странно, еще и требуют внимания к себе. Впрочем, и своего клиента тоже вниманием не обделяют. Каждый приказчик настоятельно рекомендуется играть с клиентами в города. Зачем играть в города? Всем известно, что в Уральске живут большие поклонники театрального искусства, которые не пропускают ни одного нового спектакля, тем более, если он в постановке нового режиссера. Интересно посмотреть работу не нашего режиссера. Своих мы очень обожаем, ходим постоянно и не один раз, и в разноразные составы, потому что, ну, для нас важно, чтобы и мы, и наши дети были причастны к частичке культуры. Это дает развитие для человеческого общества. Поэтому мы очень любим наш театр, желаем ему процветания и хотим побольше премьер. Нельзя сказать, что всем новая постановка придется по душе. Впрочем, как и все новое, не сразу принимается. Однако ее нужно посмотреть. Вопросов этот спектакль действительно оставляет много, а поиски ответов на них могут быть весьма занимательными. Екатерина Шмидт, Асланбек Саламатов, Армат Рахмеджанов, телеканал Акжаик.